Всем привет, мои дорогие подписчики! Приветствую вас, как всегда, на моем канале. Я разыграю для вас в этом видео Immortal палку на МК. Для участия вам надо подписаться на мой канал, нажать лайкусик под это видео и написать абсолютно любой комментарий. Ссылочка на свой трейд-оффер. Итоги будут во время следующего видеоролика. Ну а сейчас я всем желаю приятного просмотра и пошла заставочка! И всем привет, мои дорогие подписчики, приветствую вас, как всегда, на моем канале, на канале Кунька ТВ. С вами, как всегда, Кунька, естественно. Итак, вышел у нас бандл. И, естественно, меня все просили: Кунька, как только выйдет бандл, расскажи, можно ли будет забузить, можно ли будет купить кучу левелов. И мой ответ, народ: да, можно. И сейчас я вам это продемонстрирую. Ссылочка будет в описании, потому что я вижу уже эти комментарии, вижу вот эти вопросы в ЛС: Кунька, где найти, как купить, как авторизовать. Вот. Все очень легко и просто. Ссылочка будет в описании. Переходите под этой ссылочкой, и у вас открывается вот такая вот хреновина. 1950 рублей, и можно авторизовать. И что мы теперь делаем? Мы открываем еще вкладку, вставляем ссылочку, которая будет в описании, и нажимаем. Сейчас у меня выскочит ошибка. Ой, извините, во время обработки вашего запроса произошла ошибка. Этот предмет можно приобрести только один раз. Народ, не пугайтесь, так и должно быть. Что должно произойти? Вы должны подождать 35-40 минут с момента, как вы перешли на эту ссылку. Через 35-40 минут надо заново открыть эту ссылочку. И у вас появится уже два таких окна, где можно авторизовать. Это сейчас я вам и продемонстрирую, как только пройдет 35 минут. Итак, народ, прошло у нас время. Теперь смотрите, что мы делаем. Обновить. Сейчас у нас страница перезагрузится. Оба-на! И мы имеем уже две страницы. И что мы делаем? Правильно, мы нажимаем кнопку «Авторизовать». Народ, ни в коем случае не открывайте одну ссылку и потом сразу авторизовать, потом вторую. Нет. Это должно произойти одновременно. То есть, ну, авторизовать сразу же. То есть на двух ссылках, но вторая ссылка начнет работать через 35-40 минут. Также, народ, обязательное условие, чтобы вы до этого не покупали. Если вы купили, зашли на мое видео, увидели, что это можно заобузить, народ, это уже не получится. Если вы раз купили, все, второй раз не прокатит. Ну и что? Нажимаем кнопочку авторизовать, авторизовать. Хоп, хоп. И у меня их два. Да-да-да-да-да-дан. Давайте зайдем в доту и откроем их. Итак, народ, вот они эти два набора. Вот он, абуз сработал, я все правильно сделал и показал вам, как это делать. Давайте нажимаем распаковать, распаковываем. Получаем дохерище вкусняшек плюс левела. Вот они, мои все сокровищницы. Так, распаковать, давай еще, мне нравится это все. Принять. Отлично, отлично. И теперь это. Применить уровни. Окей. Очки успешно добавлены. 741. Открываем еще. Продолжить. Итак, народ, это можно делать до бесконечности. То есть вы можете обузнуть хоть 5, 10, 20, 40, сколько вам позволит ваш кошелек. Но помните одно. Если вы купили, больше обуз не получится. Это должно произойти все точно так же, как я показал на видео. Если это 3, значит третья ссылка должна быть. Если 4, значит четвертая ссылка должна быть. Народ, пожалуйста, пожалуйста, выслушайте это и запомните, что если хотите купить 2, 3, 4, должно быть 2, 3, 4 ссылки. Чтобы каждую ссылку обновить, как я показал на видео, надо 35-40 минут. Ну, народ, а теперь пойдем еще что-нибудь разыграем вам. Итак, народ, пора подвести итоги. Кому же достанутся руки на Бэйна с предыдущего видеоролика, копируем ссылочку. Набрали мы с вами 668 просмотров, 130 лайков, ни хрена себе, чего вы делаете, один пидорас поставил дизлайк, и 77 комментариев, это здорово, так, скопировали ссылку, вставляем, и смотрим, кому же у нас везет на этом видео, с предыдущего видео, точнее, кому достается приз. Анакин Скайуокер, по-моему, он уже у нас побеждал. По-моему, Скайуокер у меня уже побеждал в розыгрышах.
В одном точно побеждал. По-моему, побеждал. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, он побеждал. Так, он у нас выиграл. Блин, он у нас выиграл руки на Бэйна. Найти бы их еще. Я, как всегда, в глаза немножечко. Не вижу, где они. Бэйна, где они? Вот они, руки на Бэйна. Все, отлично. Да, это подарок. Предложить обмен. Так. Чуть не пришло в этот раз оповещение. Ладно, подтверждение, смотрим. Вот, все, есть такое. Так, это другое оповещение. Отправить. Все, подарок отправлен, проверяем. Да, все, подарок отправлен. Ну, а для тех, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Опять видео, опять розыгрыш, опять все ништяк у нас. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ. Пускай рандом будет всегда на вашей стороне.